Елена, добрый вечер. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Что вас привело к нам? Любопытство. Меня привели съемки, потому что в красивом интерьере мне, как королеве Елизавете, где же еще в России сниматься? Ну, Москва город огромный, но правильные контакты и радушие решают все. Сегодня, Марина, я пришла к тебе умолять, просить, вот сейчас буду пол целовать, по которому ты ходила, потому что мне нужно снять этот юмористический проект, и чтобы интерьер был красивый, потом мы сели, артисты покушали, и вот твоя кухня, она располагает к тому, что даже такая капризная, как я, артистка, может здесь и эстерхази поесть, покушать, и как это называется, вот безешное вот это вот все. Графский развар. Да, вот. И я вам всем рекомендую, потому что от Курска 3 минуты ходьбы, а сколько радушия, и Марина красивая, понимаете? И Елизавета завтра будет совершенно другая. А у меня мой жанр, он обязывает быть чуть-чуть толстенькой, потому что, ну, Елизавета же не худышка, и поэтому я буду здесь трескать завтра тоже свои любимые блюда. И благодарить тебя за то, что ты откликнулась по первому зову. И, конечно, любовь к Анахину за то, что она вас познакомила. Спасибо, Любаш. Будем вас ждать.